такие волнительные кадры. Смотрите, котик, его сдувает прямо проезжающие машины. Там же большой поток воздуха. И пролетает он под всеми колесами. И это чудо, что вот так вот он остался жив. И он уже, видите, ни на что не надеется. Просто даже и не движется. Водитель вышел, ему даже не верится, что котик живой. Берет его. И котик живой, все, и он его забрал с собой. Вот повтор, смотрите, какие кадры. Видите, как в жизни случайность бывает, что если суждено жить, так будет. Но эти кадры, конечно, сам волнуешься, когда их видишь. Вырастет потом большой котик или большая кошечка. Может, кто-то выбросил ее, скорее всего, с машины, или нечаянно потерялась. А потом вырастают, смотрите, какие красавицы, как играются с монитором. Вот себя видит у монитора, видите, сама с собой играется. Конечно, надо их любить, животных. Ну, а жизнь, так вот подумать. Прочтите книгу Джека Лондона «Морской волк». У многих дома в библиотеке она будет. И там он рассматривает вопрос стоимости жизни. Очень интересно будет почитать. Лет 30 назад, когда был социализм, эта книга читалась под одним углом. Сейчас, когда капитализм, уже смотришь на мир по-другому. Так что подумайте, вот человек в мире сидит, а кому он нужен? Все идут мимо, его жизнь в глазах других ничего не стоит, вот этого сидящего.